Всем доброго времени суток, с вами Лесен Роуз. Мы вернулись в Ланч Лейди, потому что внезапно она вам очень зашла. Я даже этого, если честно, не ожидала. Я думала, это будет, знаете, игрушка на один разочек. Но поскольку мы все-таки не прошли, у нас есть смысл попробовать пройти еще раз. А в тот раз мне просто не повезло. Я во все глаза глядела, клянусь, не увидела я абсолютно этого последней части экзамена. Вот я надеюсь, в этот раз у нас все получится. И клавиатура все еще та самая, но я ее вроде как почистила и что-то там перетыкала кнопки, возможно, я сегодня смогу нормально бегать, а не просто периодически ходить. Вот, насчет карты я, кстати, не уверена. Тут, во-первых, сколько тут карт? Смотри, раз, вот мы были вот в этой карте. Вторая есть карта с теннисом настольным. И вот такая еще карта. А, их всего три! Ну, так это замечательно. Как раз-таки давайте сегодня попробуем. Возможно, сегодня будет какая-то другая, новая, особенная карта, посмотрим. Главное, чтобы я в ней ориентировалась. И главное, чтобы я видела эти чертовы ответы. Очень жаль, что они не подсвечиваются. Ну, погнали. Давайте посмотрим. Я надеюсь, у нас получится преодолеть эту игру меньше, чем за час, потому что в тот раз я тупо минут 30 просто круги наворачивала, потому что в упор не видела, где может быть еще один... Хочу назвать опять дневник. Ну, если я буду называть дневник, вы просто смиритесь, да, с этим? Я же пыталась не называть это дневником. Как думаете, карта та же? Нет, какая-то другая, блин. Какая-то интересная новая карта. Ну окей, давайте на новой карте. Я-то только за. Опа, отлично, сразу ответик нашли. Мне бы еще сразу аптечку найти. Тогда была бы вообще, было бы вообще лафа. Так, давайте смотреть внимательно, потому что, во-первых, ни ключи не подсвечиваются, ни хрена не подсвечится, ничего не видно, поэтому надо очень внимательно. Ну, вдруг. Хорошо, нет, давайте оставим открытый. Бегать пока не будем, потому что я не уверена, бег вообще привлекает ее или нет, но, скорее всего, привлекает. Что за ветер такой зловещий, господи. Ладно. Ключики. Я даже не знаю, что это за карта. Это карта, как думаете, с теннисом или не с теннисом? Что за карта? Так, здесь... А, здесь вообще ничего нет. Отлично. Что за книжки такие интересные? Что такое chemistry? Depression-то я знаю, что такое. Кажется, у директора была депрессия. Потому что больше других здесь книг и нет. Что-то щелкает. Тикает, щелкает. Опа. Фига себе. Так быстро? Так, опять пустая комната, здесь ничего нет. А, аптечка. Yes, вот теперь чуть-чуть можно выдохнуть. Все, когда есть аптечка, дела пойдут классно. Так, давайте посмотрим, что это. Это кафетерия, кстати. А что, такие же, что ли, комнаты будут? Просто в разных местах, что ли, располагаются? Матерь Господня, что такое? Я догадываюсь, что она наверху. Догадываюсь, что мое предположение абсолютно верно. Да, она прям над моей... Господи, какие звуки-то она издает неприятные. Так, давайте повнимательней. Может быть, если я буду теперь абсолютно внимательно разглядывать, все, больше ничего не упущу. Не хотелось бы. Но у нас есть аптечка, правильно? Пока она читы не врубает, все в порядке. О, ключ, отлично. Стэркейс? Что это такое стэркейс? Без понятия. А вот это что, это кафетерия? Нет, это холл. Твою мать. Ух, нихера, она кидается. Тихо, закрылась. Зайдет, я тебе клянусь, она меня чует по запаху. Матерь Господня, что это? Что это было? Это тень была? Откуда? А, это багули текстуры, господи, я подумала, она каким-то образом скрылась, как ниндзя в тени. Вообще, стейркейс, значит, какие-то лестницы здесь есть. Вероятнее всего, можно просто пробежать и попасть в какие-нибудь лестницы. Ну и пипец, я не знаю, где она. Точно не на втором этаже. Это точно! Хорошо. Неплохо. Мы на втором этаже. Круто. Мы молодцы. Мы проскочили, мы молодцы. Так, внимательно. Потому что в прошлый раз ответ прям вот так вот на столе валялся небрежно. О! Но не в этот раз. И это что-то...
А, это был не кабинет директора с книжками про депрессию. Кабинет директора мы, видимо, не нашли. Нет, здесь все еще книжки про депрессию. Fridge Head Boy. Холодильник голова? Мальчик с холодильника вместо головы? Какое, однако, в общем-то, не депрессивное чтиво, надо сказать. Так, ладно. Вау, нифига себе, какое огромное, опять какая огромная локация. Ну, елки-палки. О, здесь комнат. Ой, друзья. Ясно. Ну, как назло мне попалось, почему не та же самая карта? Тогда бы я сказала, о, сэ-ля-ви, ничего не поделаешь, та же самая карта. Это же не я ее выбрала. А в итоге-то что? А в итоге ничего. А в итоге новая карта, и попробуй разберись, куда идти. Так, это я сделал... А, понял. Я понял, это кружочек. Да хватит там, какой неприятный звук вот этот вот. Ладно, неважно, туда главное больше не заходить. У нас пока всего три... О, класс, ничего себе. Единственный кабинет, в котором стулья стоят сверху. Так, аптечка у меня уже есть. Если что, надо запомнить, что она здесь, но я все равно не запомню. Что за дверь? Какая-то дверь хлопнула, как будто рядом со мной. Без понятия. Но она точно здесь. Ай, ладно, но аптечка-то у меня есть. Тем более я в классе с аптечкой. Так что, оп, класс. Очи ты! Так, сейчас будет бросаться ножами. Глупая сволочь. Тихо. Непряженно. Не стыдно тебе, а? Ну не стыдно, у меня читов нет. Ненавижу, когда он так делает. Слушайте, а ключей? Ключей-то в этот раз гораздо больше. Вы заметили? Их уже три, это еще не все. Там еще столовой у меня не было. Я даже забыла, что я взяла. Честно говоря. Она меня прям перебаламутила. Я перепутала, куда шла и зачем вообще, что происходит. Хорошо. Так, это очередная комната, чтобы спрятаться. Хорошо. Аптечка есть, главное. И аптечка есть на этом этаже, и у меня пипец как много ключей. Я даже не знаю, чего они. Тихо. Спокойно, сейчас она пройдет мимо. Я поняла, кстати, отчего так напряженно, когда она за тобой бегает. Она же еще кидается. Вот если бы она не кидалась, был бы другой разговор. Ладно, продолжаем, идем дальше. Так, отсюда я пришла? Что-то не пойму. Так, ну давайте удостоверимся, что я здесь все проверила, потому что... Кому захочется потом сюда возвращаться, правильно? А, вот же! Это кабинет директора, точно. Наверное. А, нет, это его секретарша. Так, у секретутки ничего, походу, нету. Как много комнат. Но пока все в порядке. Читы не включила, и хорошо. Все, теперь каждый ответ будет врубать читы. Так, она где-то рядом. Но ничего страшного. О, сейчас она, у нее терпение лопнет, и она их врубит, я тебе точно говорю. Так всегда и происходит. Когда она меня долго не может поймать, она в какой-то момент сходит с ума. Ладно. Хорошо, еще какой-то очередной кабинет. Это что, учительская? Нет, это все-таки не... Нет, это не комната директора. Не поняла, а где тогда комната директора? Или это и была комната директора? Все еще книжки про... Про всякую депрессию. Ладно, жаль. Я думаю, тут что-то поинтереснее будет. Так, хорошо, здесь мы были. По-моему, все. Я не уверен, конечно. Но кажется, что это все. Читы. Пошла ты в баню. Ясно? Ни хрена ты мне не будешь делать. Я сейчас просто возьму и уйду.
Тихо. Хорош. Там спуск вниз, и здесь я все посмотрел. Все, ребят, можно идти вниз. Оп. Хорошо, кажется, это было все. Ну, смотри, 5 мы там... Не 5, 4 мы там собрали эти дневника. Хотя мы все прекрасно догадываемся, что это не дневники. Хорошо. Спокойно. Продолжаем очень вдумчиво все осматривать. Блин, повсюду аптечки. Главное про них не забывать. Так, это бесполезная комната. Вот это напоминает изначало, из самого. Место? Не спрашивайте, что я имела в виду. Забейте, я сама не знаю, что я имела в виду. Так, ой-ой-ой. Это раздевалка, да, кажется? Сейчас я подожди. Все очень внимательно осмотрю. А то в тот раз я, знаете что? 3 раза я посмотрела, бегала мимо ответов. Они лежали в раздевалке возле бассейна, представляешь? И я их так и ни разу не увидела. Какое огромное место. Нет, ну, конечно, здесь удобно бегать-то, но искать-то здесь неудобно. Хотя было бы странно, если бы здесь лежал. Хотя, если, вот я тебе говорю, вот мы с вами сейчас соберем все 9. И как хренакс. Опа. Что ты собираешься делать? Вот и все. Ха! Проверяем вторую раздевалку. Тихо. Она здесь. Давай без щитов, милая. Я... Не надо, я не готова еще. Хорошо, ушла. 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 Или не ушла? Ну ты шутишь, да? Мне бежать некуда, если что. Вот это я ниндзя. Господи, за этой шторкой меня, походу, даже не видно. Ха! Я просто выжила на удаче. Офигеть. Так, отсюда других выходов нет, да? Обалдеть. Не, я, конечно, ко всему была готова, но не к этому. Так, ну там вообще ничего не было. Так быть не должно. Ну, в смысле, так не может быть. Что там ничего нет? Это как? Что-то не так. Целый огромный зал, и ничего там не было. Так. Запокойно. Так, ключ. Вот, ключ от кафетерии. Так, есть один ответ. Здесь это хорошо, но мне придется сейчас бежать, потому что она меня спалит. А бежать куда? Я вообще где? А, нет. О, на 6 еще не работает. Хорошо. Было немного дискомфортно. Опа. Так, медицинское отделение. Здесь что-то может лежать. Ключей точно больше искать нам не надо. Ключей у нас полным-полно. Сейчас она, правда, врубит свои любимые читы, как всегда. Может быть, ну, хоть один ответик на один вопросик. Так, тут 2 двери. Я с какой заходила вообще? Окей. Ну, пожалуйста. Так, ну, аптечки, это понятно. Это подожди, эти со всеми аптечками. Нету здесь. Блин, ну ладно. У нас есть 6, есть кафетерий. В кафетерии точно одна еще должна лежать. И еще, блин, 2 ключа, которые мы не использовали. Почему нельзя взять сразу 2 аптечки? Это же капец, как спасло бы мне жизнь. Не пойму, это она так ходит, шлепает? Или у кого-то дурацкое чувство юмора и поставили тикающие часы. Терпеть не могу такие тикающие часы, господи. Я вообще их не могу с ними спать. Вы такое видели? Слышали? Так, это опять подъем наверх. Но по идее сейчас все для меня открыто, правильно? Правильно говорю? Кафетерия, кажется, прямо по коридору, если я ничего не путаю. Так, здесь мы все осмотрели, да? Все двери открыты. А, не, нифига не все. Ну и как это называется? Внимательно она осмотрелась. Ага, конечно. Проверяй, главное, все. Здесь ничего. Это здесь ничего. Это не значит, что в соседнем кабинете тоже ничего. Так. Тихонько. Ну, сейчас...
Да, здесь все есть. Воу-воу-воу! В смысле, это не все ключи? Как это не все? А сколько ключей от этой школы должно быть? Еще один! Я думала, это дверь в кафетерию. Абзац. Так, она уходит. Быстрей. Скорей. Мне нужна аптечка просто немедленно, сейчас же. Хорошо, она подрубила. Короче, что сейчас произошло? Она врубила читы, а я взяла сразу дневник, и поэтому читы второй раз она врубить не смогла. Поняли? Голова. Так, бегать я пока не могу. Так, пока нет аптечки, жизнь ужасна. И пока нет ключа, очевидно, жизнь ужасна. Как так вообще вышло, что нет ни одного ключа, и, ну, в смысле, что это не все? Я даже представить себе не могу. Какая-то гигантская карта вообще. Вы себе можете это вообразить? Я вот думала, это все. Ну вот ей ломанулась ту закрытую дверь. А их тут, оказывается, миллиард. Обалдеть. Ни к такому меня жизнь не готовилась, честно. Так, значит, тут еще один ключ где-то должен быть. А я расслабилась. Так, понятно. Но меня сейчас точно кокнут. Ага. Спокойно. Тихо. Я опять в эту дверь закрытую пошла. Еще ключ нужен. Боже, как плохо. А как же это? Нет, осталось всего два, и опять я в потерянных чувствах. Во-первых, эта карта по ощущениям больше. Тихо. Я только встала. Она меня увидела прямо издалека. Капец, зрячая сволочь какая. Так, понятно, нужен еще один ключ. Так, эта карта явно не подходит для одного, я тебе говорю. Прошлое еще более-менее было. Ну, там всего-то было 3 ключа, а здесь 5. Это просто было сейчас, конечно. А фейл на фейле. Почему сейчас, а? Я загнала себя в тупик, да? Отличные новости. Так, ну не, я внимательно смотрю. Я бы, если бы видела ключ, то, наверное, где-нибудь в кафетерии может лежать еще один ключ. Осталось только понять, как в нее спуститься. Потому что то, что я приняла ошибочно за кафетерию, еще какой-то очередной дополнительный коридор. Как мне туда попасть? А может вот так? Оп. Смотри, эту дверь я точно не закрывала. Значит, я сейчас куда-нибудь к выходу попаду? Да, точно. И вот кафетерия. И в ней может лежать аптечка. Все нормально. Живем. Как там говорится? Оп, живем. Так, пока не возьмем аптечку, не берем больше ничего остального. Без аптечки никуда не лезем лишний раз. Так. Ну, здесь точно есть аптечка. Ну, давай. Огромная столовая. Ну, хоть одна-то аптечечка где-нибудь и завалялась, ну. Ну, давай. Так, вот аптечка. Прекрасно. Здесь опять... Нет, пока не надо. Так, ну может ключик? Что, серьезно, мы опять останемся с последним ответом? Не-не-не, мы туда не пойдем, пока не поймем, как наверх подняться. Мы еще с вами не совсем с ума сошли. А как туда выйти? А, никак! В смысле, да. Ну, в смысле, ладно, берем тогда чего? И от чего у меня есть ключи? Как это проверить теперь? Ладно, это не так плохо. Можно вот так сделать и спрятаться вот здесь. Это сработало? Один ответ, господи. А, и еще один коридор, да. И ключа в столовой нет, да. Ну, стопудово, в последнем коридоре и лежит последний ответ. Это вот как пить дать, я прям уверена в этом. Как туда попасть только? Ну, ты стерва, конечно. Нет, я, конечно, понимаю все.
Но этого не понимаю, слышишь? Ну я рыли, хз. Что с тобой делать-то, а? Хорошо, ясно, значит, ищем еще один ключ. Если, конечно, мы не упустили где-то кабинет директора, но не всегда отмечается, что я открыла какую-то особую дверь. Ну, кажется, придется, да, вот здесь осматриваться, потому что мы отсюда сами ничего не подобрали. Здесь наверняка что-то должно быть. Ну, да, спокойно, наверное, спортзал осмотреть. Почему? Потому что там аптечка, во-первых, лежит рядом. Во-вторых, он большой. Какая-то прекрасная леди, соответственно, мы там все вместе поместимся. А это что за дверь? Опа, я здесь и не была. Да блин, серьезно, я здесь и не была, да? А здесь ничего и нет. Не, разочарование, я думала, вот она, та дверь, в которой я не была. Здесь ответы на все мои вопросы. Неа. Ни хрена подобного. Я спрячусь, пожалуй, вот так же, как в тот раз, когда она психанула. Возможно, это как-то сработает. Кстати, в этой душевой я точно не была. Может, ключ здесь? Вот это было бы хорошо. Потеряла меня. Но вообще, когда она вскрикивает, она знает на мое последнее местонахождение, по идее. Но иногда, видимо, следуя какой-то своей логике, она меня все равно находит. Так, ты хочешь сказать, что я здесь не была? Я верно понимаю? Значит ли это, что здесь я могу найти ключик? Нет. Это просто значит, что я здесь не была. Ну как же так? Я думала, все счастье было так близко. Так, ну ясно. Отсюда должен быть выход. В спортзал, вообще-то. И вот он. А не нужен мне тот коридор. О май гад. О господи, как страшно. А я не знаю, где выход-то. Motherfucker. О, у меня даже нет этого ключа, я все равно нашла все ответы? Быть этого не может. Боже, что делать? Нет, у меня есть аптечка, но я не уверен, что я после этого встану. Вот в чем проблема, потому что я собрала все ответы. Вот тут где-то был спуск, и мне в него нужно попасть. Если я попаду в него, то, по идее, я выйду отсюда. Ну, в смысле, я прям к выходу попасть должна. Я занервничала, потому что, я говорю, вдруг она убивает одним ударом. Если все собрано... Мне это неизвестно, и проверять я это не хочу. Она меня все равно потеряла. Я думала, она прям в режим берсерка войдет, ну. Стопроцентно. А она что-то не входит. Я не жалуюсь. Да боже, я сделала круг. Не поняла, как я сделала круг? Не сделала выход! О мой бог. Кому нужны друзья, говорит мне Steam. Вообще-то мне, ну да ладно. Мы пробежали, мы смогли, и это было, в принципе, не так уж и сложно. Я тебе скажу, на нормале даже одному вытащить вполне себе. А вот на сложностях повыше, когда аптечек будет катастрофически не хватать, она будет использовать читы в два раза больше, наверное, невозможно, не знаю. Фух, ну все, мы прошли. Теперь я полностью спокойна, я довольна. Мы это сделали, мы молодцы. Пишите, пожалуйста, в комментариях, поиграли ли вы в итоге с друзьями или сами. Напишите, пожалуйста, мне об этом, потому что в тот раз я говорила, попробуйте поиграть. Напишите свои результаты, насколько это вообще изи, потому что если я одна в мультиплеерной игре на нормале справилась, то не уверена, что на сложности повыше она сильно сложнее. Хотя не знаю. Фиг его знает. Наверное, на харде вдвоем вполне, а на инсейне вчетвером тоже вполне легко будет это сделать. В общем, не знаю, ладно, пишите об этом в комментариях. А, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Отдельное спасибо спонсорам канала. Мы с тобой увидимся в других роликах и пока.